Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Интуитивная, чувствительная, творческая личность. Искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Волны судьбы влекут их к неизвестному, иногда затягивая водовороты. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. В своем отрицательном проявлении эти люди в нумерологии превращаются в лжецов и обманщиков. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с буквой Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Не находя практического выхода, их страсть к перемене мест и внутренняя мобильность приводят к полному хаосу мыслей, целей и желаний, полной непрактичности во всем. Очень часто человек с буквой Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.